Всем привет, дорогие ребята, с вами я, Алька. Успейте поставить лайк за 5 секунд, если ты не хочешь, чтобы у тебя закончились каникулы. Считаю, раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, ребята, что успели. Да кто там еще? Ты опять, что ли, здесь? Ладно, ребята, это так даже лучше, просто потому что с Ладей тоже, как бы, не очень-то скучно, да. В общем, дело в том, что мы закончили вот эту кампанию, и я даже в какой-то серии, я не помню, в какой, показал вот эту сетевую игру. Да, ну давайте потом. Да, потом. И мы тогда еще можем за чернокнижников играть и за рейнджеров, ну это эльфы точнее, и маги. Да, маги это вообще какие-то суперские. Чернокнижники. Так, чернокнижники. Вождь клана. Удава. О, это е. О. Нифига себе, какой. Нифига себе! Ну какой игрок? Фиолетовый? Да там фи. Ладно. Кого там? О. О, май! Это отрава! Это какая-то отравлялка! О! Тихо! Опа! Тихо! Мое имя Рейлак. Я пришел сразиться за право быть вашим вождем. Да. Вести о смерти вождей расходятся быстро. Хоть ты и не член клана, заклеменных тенью, все последователи Маласы могут сражаться за этот титул. Я хранительница закона и арбитр турнира. Прежде чем мы начнем, я должна спросить, известны ли тебе правила? Расскажи о них. У претендентов есть месяц на подготовку. После этого вы спуститесь в пещеры и будете сражаться друг с другом. Если придешь к месту поединка слишком рано, дождись соперника. Победитель будет только один. Второе место не присуждается. Это хорошо. Я не привык быть вторым. Блин, он как краем делает. Офигеть. Ну это вообще офигеть. Он так же, как и окроил, все сделал. Да, только постройка тоже. Только давайте-ка... Не понял. Почему у нас только вот эти отравлялки? Ну ладно, друзья. Как я понимаю, то что это тоже какая-то подготовка. Вот если подготовка к войне, то я могу сократить, короче, игру, блин. Так-с. Что мы делаем? Опа, мы отравили кого-то. Так. А, у нас только замедление. Получай. Давайте на семерку, а на восьмерку будет... А на восьмерке будет... На! О! Нифига себе, значит отрава. Отрава это даже лучше. Ну это что за дичь? Ну они лошары, конечно. Почему они... Лошары. Ну они лошары, конечно, они. Так, постройка, вроде постройка. Так. Постройка ждет. Военная школа. Это город чернокнижников. Это город. Бездна. Нифига себе! Это город бездна какая-то. Да, город над бездной. Но это... Да, видишь отсюда. А, это Лига Теней. Это Лига Теней, я... Ну, вообще, я... Ладно, короче, ребят, сейчас я, короче... Я вот когда без вас играл... Такс. Ну, где-то здесь вот я загрузил чернокнижника и понял то, что
Кстати, смотрите, кто у нас там есть. Сейчас. Смотрите-ка, вот это строение, военная школа, заспавнивает лазутчиков. Да, вон как. Смотрите, как кто у нас. Вот таких вот. У меня уже 8-й уровень нашего рейлага, поэтому... Да, только. И мы даже на прокачку их можем взять. О, блин, какие-то... И вы смотрите-ка у нас, что есть. Это очень клевые гидры. Да, давай... Смотрите-ка, это пещера хаоса заспавнивает гидров. Заколдованное пастбище. Заколдованное пастбище заспавнивает вот таких вот темных всадников. Да, а вот кровавый мемориал заспавнивает таких вот девушек. Друзья, давай покупаем. А вот здесь вот королевский лабиринт, он заспавнивает таких вот... Пучков. Да, минотавров-стражей. Минотавр? Ага. Ну все, давайте-ка... А, типа как в Gravity Falls минотавры. Ну хватит уже, Владь. Ладно. Так, ладно, у нас один день. У нас один день, и мы тогда будем воевать. Друг с другом. Так. Все, у нас, в принципе, армия готова. Ой, ледяная глыба как раз из магии хаоса. Да мне еще надо магию тьмы, а то... Магию тьмы, давайте посмотрим. Все. Все, блин, уже пасмурно. О, это сколько игроков? Бирюзовый, красный, оранжевый, синий, коричневый. То есть что, против нас будет очень много игроков? Битва начинается. Тот, кто обретет кольцо, станет вождем клана. И мы куда сейчас? Стоп, задачи. Подготовиться к турниру. Любой чернокнижник может попробовать стать вождем клана Икшаил. Но лишь немногим это удавалось. Самая распространенная ошибка – это плохая подготовка и переоценка своих возможностей. Райлак должен использовать время до начала турнира, чтобы как можно лучше подготовиться. Получить кольцо глаз дракона. Подготовка завершена, и теперь исход турнира зависит лишь от таланта и везения Рейлака. Ему предстоит ряд сражений с врагами, которые не оставятся перед тем, чтобы получить главный приз турнира – кольцо глаз дракона. Я, кажется, помню, как он выглядит. Это что? И почему здесь много? О! Зеленым. Так, давай сначала посмотрим, какие. Среднее, низкое, очень низкое, среднее, очень низкое. Давай-ка я пока что вот с этими двумя посражусь, потому что они самые сильные игроки. Давай, ну не знаю, если у них там зараза, у нас очень много гидр. Да, много гидр. У них там чего за... О, что? Ты смотри! У этого! У нас... На, получил! Эй! Ты за сранец! Вообще... А сейчас на вашего... Ой, погоди! Вот так вот! На тебе, отравлялка, блин. И давай. Блин, у них две змеи. Туда наездник! Ты вообще офигел, блин, засранец какой. Они офигели от него. Молодец! О, мать!
есть даже усиленные. Ледяная глыба. Все-таки на эту гидру. Ага. Смотрите, ребята, я сейчас... Да. Не знаю, как мы пробили. Не знаю, как мы пробили, но ничего. А ты что делаешь, засранка? Да ты вообще офигела, блин. Так, мне плевать вообще на это, на этого ящера. Я хочу вот эту девку завалить. На, получили. Ты вообще офигел отравлять, блин. Кстати, мне очень нравится этот наездник. Наездник на... Ящик. Да, но это... Давай, но сейчас это... мы вот этого завалим. Так, сюда. Да, как он долго продерживается. Да, получай. Посмотрите, сейчас что будет. О! Я же говорил. Как? Как он так? Ну, вам говорил, смотрите, всего-то интерес очень прибыл. Да, давай-ка мы к нашим братьям. Да, давай. Да. Давай, сейчас. Так получай. Они как комары звучат. Так, сюда. Блин, жалко, что ее отравили, но ничего страшного. Мне пофиг. Куда вы быканули, блин? Засранцы какие, блин. Потому сейчас на вашу... Блин, жалко, что у нас каменных шипов как нет. Ага, мы убрали эту отраву, блин, отравлялку какую-то. Так, давай, наездник, хоть какую-то сварить. Да, молодец. Теперь надо на этого. Блин, зеленая гидра уже скоро. Нет. Блин, ты вообще офигел. Засранец какой. О-о-о! Наша гидра тоже может. Нифига себе! Ты задолбал уже! Ты надоел, ты у меня уже килится! Блин, как очень шумно, блин! Азат, ты видел, какой он такой? Все! Победа! Фу! Так, искусная защита, искусное управление машинами. Зеленый игрок потерпел поражение. Все. Опасность низкая. Ну давай. Блин, у него электрики. Ну, все равно у него армия достаточно сильная. О. Ну что за орава? Кто-нибудь скажет мне. Нифига себе. Кто-нибудь скажет мне, это что за... Это что за армия? Так, стрелки против стрелка. Так. Наездник на ящера. Так. Сюда. На, получил. Засранка. Ты. Он замедление применил. Вот засранец. А ты что делаешь, гад? Гадюка. О! Да хорош уже эти огненные шрамы это применять. Хорош. Блин. Нашего... Так же ведь нашего наездника завалят. Фу. Хотя бы убрали эту отраву гадкую. Гадкую отраву. Какие же у нас уже? У нас, так, магическая стрела. О, урон стал больше. Можно на их ездика, на ящерице. Потому что сейчас... Да, потому что сейчас его ход. Получай! О, какой-то урон добавился. На! Получил. Что на нашего наездника? О! Как он так... О! Ты офигел, что ли? Сейчас гидра вас накажет, блин. Да, только сначала пожмем руку на вашего кого-нибудь. Давай на этого.
Да, да, заодно еще и отравил. Ты вообще офигел, блин. О! Как он так? Очень сильный еще. Блин, сейчас наша ящерица умрет, блин. Бля, какой же это? Получил! Нет, 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 нет! Да как? Да как? Да как? Я не понимаю! Не знаю, какую игру. Не знаю, вот только бы... Что это за... Вот только бы все игроки на нас нападали. Сосранцы какие, блин. Блин, у меня... Я хочу эту девку завалить! Да какую? Да, вот, вот эту. Эту. То даже если отравлюсь... То-то-то-то! Сюда-сюда-сюда! Получай! И давай, Гидра! Давай! Ну, а молодец! О! Ты офигел! Да не офигел! Ну, а молодец, бычок! Если честно, они вообще офигели, блин. Эй, брат, ты чё? Ты чё на брата нашего валишь? Эй, у нас очень мало воинов. О, наша Гидра тоже умеет хилиться. Да, на, отраву получил, блин. Нифига ты на мою Гидру отравил. На, молодец. А все, мы. Так, все, ребята, я его отхилил. Так, теперь давайте-ка... Маны даже никак не восстановим, это очень жаль. Ничего, в центре есть волшебный колодец, мы тогда сможем... Ты что делаешь, гад, блин? Да он гадюка этот. Так. Но! Прям это вечный бой. Ты вообще офигел? На! На, получил! Фух! Блин, этот бой очень жесткий. Да уж, этот бой вообще очень жесткий. Палатка, давай палатку первой помощи и основы магии тьмы. Давайте-ка восполним ману. Все. О! Красный игрок потерпел поражение. Желтый игрок потерпел поражение. А почему они... Коричневый игрок потерпел поражение. Синий игрок потерпел поражение. То есть только бирюзовый игрок. Опасность низкая. Ну давай, нападать. Все. Да, мы все равно сейчас победим. Потому что смотри, какая. Я знаю, какая. У них там кое одна проблема в Гидре. Ну говорю же, проблема одна в Гидре. Давай, ассасина, получай. Ладно, все равно отравят. Офигеть! Ты вообще офигел! Опа! Ты что, вообще офигел, блин? Гидру я могу... На гидру. Гидру я могу расфигачить, только... мне нравится вообще... Тут бык? Не. Вот это девка. Ладно, давай эту девку добьем. Не знаю, откуда эти маленькие летят. Так, Гидру выдвигаем на передовую. И Минотавра тоже. Отхилить давай. Надо его отхилить. Да, сейчас победим, наконец-то. Наконец-то мы сейчас победим. Получила девка, блин. Девочка. Давай отравим этого. Давай отравим Гидру.
Ой, блин, у меня там темно вообще. Ха-ха-ха-ха, ну ты лошара. Умерла на месте. Умерла на месте, это гидра, ну ты лошара. Они вообще лошары. Получай. Ну все, мы сейчас победили. Считай, мы давно победили. Так, магическую стрелу. Все, мы практически победили. А сейчас никого не пробьет этот. Только почему у него магия еще осталась? Потому что у него... Давай вот этот, давай нашего отхилим. Да, потому что... Получай! Все, вы победили! Бирюзовый игрок потерпел поражение. И чё? Стой! Уже путь какой-то открыли, давай. Да, мы путь какой-то открыли. А это... Кольцо вождя клана. Да, мы с вами получили это кольцо. Кольцо заклейменных тенью мое, а с ним и власть над кланом. Я прошел извилистый путь до этой цели, но это только начало. Да, мы с вами победили. Давай. Мы с вами... Это не фи... Это что еще? А что это там за дыра? В ней что-то там... Ладно, ребята. На этом мы пока что заканчиваем. Ну что же, ребята, вам понравилась сегодняшняя серия. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, короче, на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. У меня... Да, у меня уже такое... Тише. Вадь, а какой ты вопросик придумал? Какой вам чернокнижник больше нравился в первой миссии? Какой? Пишите в комментариях, за какой будет больше голосов. Да. Да, ребята, отличный вопросик. Да. Но, ребята, у меня вот такое предчувствие, то что мы с вами сможем... До эльфов дойти. Да, до эльфов дойти, потом за магов, и мы наконец-то переходим уже к другой игре. В общем, если вы хотите, чтобы я заснял все эти видосики про всех этих остальных уровнях, то ставьте, пожалуйста, лайкосики, подписывайтесь, короче, на мой канал. Я чувствую, уже пополняются подписчики. Да. Ну и мы все, друзья, прощаемся. Бай-бай, дорогие браточки.